когда уже находимся в состоянии, когда недостает хасадим, что мы сейчас делаем? Откуда мы добавляем хасадим? Пробудить товарищей, все вместе, чтобы было у нас потребность. Прежде всего, начинают с обычных потребностей живот. Я себя хочу чувствовать в таком же хорошем состоянии, как на конгрессе. Хорошее состояние, я чувствую себя хорошо. Сегодня я чувствую себя гораздо хуже. Я хочу быть в том же воодушевлении. Я еще до сегодня получаю письма с разных концов мира, воодушевляются, чего мы достигли, как хорошо. Ну, и что дали? Достигли, и что? И оставили. Сейчас мы должны вернуться к тому же состоянию, к тому же ощущению, но в хасадим. Мы хотим быть в том же ощущении, но чувствовать в ней добавку, насколько в этом ощущении мы хотим быть благодарны Творцу за то, что вот так нас сформировал. Тогда это называется «Исраэль Тора Творец».